Журналист нашей телекомпании Инесса Дондукова победила во всероссийском конкурсе СМИ «Созидание и развитие». Жюри рассматривало видео и печатные материалы на тему строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сбор заявок стартовал в июле. Было представлено 350 работ от участников со всей страны. Лучшим стал материал корреспондента ТВКома. На конкурс мы отправили программу о том, как в нашем городе преображаются дворы в рамках проекта «Комфортная городская среда». И я сама живу в таком дворе, который попал в нацпроект, поэтому не понаслышке знаю, что придомовые территории действительно становятся краше, зеленее. И это не только мое мнение, а мнение и жителей, которые действительно довольны. Ремонт у них не было раньше целыми десятилетиями. И, наконец, все стало прекрасно. Мы сравниваем до и после. Вот. И готовили материал мы не одну неделю, поэтому я очень рада, что наши старания жюри оценило. Над созданием программы вместе с Инессой Дондуковой работали режиссер Павел Шведов и оператор Андрей Дармаев. Отмечу, что конкурс проводило Министерство строительства России. Церемония награждения победителей ценными подарками и призами пройдет в Москве в декабре 2020 года.